Всегда интересно, каким будет бросать Павел Дацук, первым или пятым. Сегодня решал первым. Выпускает его Илья Воробьев. Итак, Дацук против Сорокина. Это гол. Со стороны все так просто кажется, однако это выверенное движение. Быстро показывает свои удобные, тут же переводит. И самый главный, резкий, хороший бросок. Кладет буквально вот рукой, подойди. И в специальный вечер мы завтра вам покажем разбор этого дерби с глазами арбитра. Ну, а мы продолжаем. Павел Дацук против Сорокин. Туда же. Как же так, а? Туда же. И вроде бы, да, и Илья Самсонов тоже знает. Илья Сорокин, да, знает, куда будет бросать. Да, ты то же самое делаешь. Да, просто еще выше отправил шайбу, чем первый раз.